Это беспроигрышный вариант закуски. Яйца, фаршированные на праздничный стол, с печенью трески и соленым огурчиком. Обязательно приготовьте. Отварить яйца вкрутую, очистить их и отделить желток от белка. Добавить к желткам печень трески без жидкости. Также мелко покрошить пару веточек зеленого лука и добавить к начинке соль и перец по вкусу. Все перемешать до однородности. Начинить половинки яиц, равномерно распределив печень трески вместе с желтком. Порезать огурчик и украсить каждую половинку яйца. Можно хранить в холодильнике до 3 дней. По ссылке в описании вы найдете подробный рецепт. Нажмите на 3 точки справа.